не знаю. Тем более машина АМРовская. Это же пешеходная улица. Ну что? Это пешеходная улица. Вот здесь, вот сюда нам надо. Ну и что, такие простые все. Тем более правительственная машина. А представьте тогда, кто вы, почему, на каком основании вы здесь проезжаете? Как вы здесь проезжаете? Пойду поздороваюсь, кто там сидит. А кто здесь старший за эту машину? Кого она возит? Зачем тебе? Кого водитель возит? Чья машина, за кем она приписана? Тебе это надо, что ли? Да, давай. Мне это надо. Сейчас пропустится это, мы его скоро разворачиваемся, нам сюда надо. Ну, пожалуйста, ездите по дорогам. Все хорошо, сейчас поедем по дорогам. И можно. Подожди. Руками не трогайте. Руками налево поворачивай. Что меня толкаете? А что ты меня пропускаешь? Вы кто такой, чтобы меня толкать? Вы же все-таки представитель, почему такой? Мы должны вам уступать дорогу? Вы же представитель все-таки, наверное, власти. Закон вроде как власти, правильно? Ты чё бабу трогаешь, а? Ты чё бабу трогаешь? Не мешать! 18 омега, не мешать! Что машина В Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывшего чиновника, который устроил драку с прохожими на Арбате. Расту Матаеву предъявлены обвинения по статье «Умышленное уничтожение имущества». Напомню, громкий скандал произошел в центре столицы в минувшую субботу. Черный БМВ с номерами серии АМР выехал на пешеходную зону улицы после того, как одна из прохожих попыталась сделать водителю замечание и снять машину на камеру. Мужчина, сидевший в салоне, накинулся на нее с кулаками и разбил телефон. Накануне все участники конфликта явились в полицию для разбирательства. Также установлено, что водитель не мог управлять транспортным средством. Ранее он был лишен прав за выезд на встречную полосу движения.